Несколько крупных объектов дорожного строительства реализовано в муниципалитете в 2021 году. Среди них выезд на северный обход Одинцова из Новой Трехгорки, новый путепровод в Жаворонках, который связал Можайское и Минское шоссе. Проведена реконструкция участка дороги М1 Беларусь с 33 по 66 километр, где были установлены шумозащитные экраны вдоль населенных пунктов. Открыта разворотная развязка на 25-м километре Минского шоссе. Проект смогли реализовать даже на полгода раньше, чем планировалось. Пропускная способность дороги повысилась, трасса стала удобней и для автомобилистов, которые едут транзитом по Минскому шоссе, и для всех тех, кто выезжает из Одинцова. Важная тема – развитие общественного транспорта. Корректировка маршрутов происходит по просьбам жителей. Открываются новые социальные маршруты. На улице Чистяковой появилась выделенная полоса, и эта работа продолжится там, где выделенки действительно нужны. В прошлом году отремонтировано 87,5 километров дорог. Ликвидировано более 6 тысяч ям, что положительно сказывается на безопасности участников дорожного движения. Для этого постоянно корректируется схема дорожного движения, устанавливаются светофоры, новые дорожные знаки, лежащие полицейские, монтируется направленная подсветка. В прошлом году мы ликвидировали 60 опасных троп у железнодорожных путей и благоустроили подходы к платформам «Дачная», «Отрадная», «Петелина». На особом контроле администрации округа остается реализация президентского проекта социальной газификации. 766 домовладений на территории 59 населенных пунктов получили голубое топливо в 2021 году. Была проведена серьезная информационная и разъяснительная работа. Организовано 188 встреч с жителями, открылся стационарный офис в Чистцах, а по округу начал курсировать мобильный офис. Была отмечена большая работа Мособлгаза, которая проведена в городском округе по подключению наших жителей. И эта работа будет продолжена в 2022 году с не меньшим темпом. В этом году планируется подключить более 4500 домовладений, а это свыше 12 тысяч человек. Андрей Иванов поручил блоку ЖКХ и территориальным управлениям помочь Мособлгазу завершить программу в срок и восстановить благоустройство на всех точках, где велись работы. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».